Так, ребята, ходила я в магазин. На улице у нас дождь моросит, но тепло. Что купила? Купила карбонат по 400 рублей за килограмм. Купила помидоры еще у нас по 36 рублей. Так, туалетную бумагу, спички. Взяла вот такой вот зеленый горошек. Так. Взяла огурцы. Огурцы у нас уже по 105. Взяла собачки. И взяла внуку. Много нельзя ему. Вот и все. Вся моя покупка. Так, а я, знаете что? Хотела купить, хлеба у нас хватит. Хотела купить батон, потом думаю, нет. Я сейчас поставлю тесто и сделаю лавашики. Так что сейчас будем ставить тесто. Так, это пока сюда. Это мы потом собачке дадим. Это я винегрет буду сегодня делать. Это мы сюда убираем. Так, карбонат в холодильник убираем. Вон у меня на винегрет сварено. Далее. А огурцы взяла. Хочу Мише сделать, как его, шаурму. Так, огурцы с помидорами тоже убираю в холодильник. Холодильник. Сейчас я поставлю тесто. Вот. Так, у меня есть сыворотка еще. Сделаем вкусные лавашики. Вкусные, привкусные. Так, я на пол-литра поставлю. Сейчас посмотрим, сколько здесь у меня. О, как раз. Сейчас разогреем. Так, это чуть-чуть добавим. Чуть-чуть добавим. Так. Поставим на огонь разогреться. Так. Так, а здесь что у меня? А? Это тоже сюда. Поставим чай. Прямо чая хочется. Так, мука, дрожжи, песок, соль, масло растительное и все. Мне больше ничего для теста не надо. Очень, если бы не было сыворотки, надо ее использовать, я бы просто на воде бы поставила. Так, пока у меня греется вода, еле-еле теплая идет. Вообще, чуть-чуть теплая идет. Ну ладно. Так, мне надо. Видите, я дома одна. Я дома одна сегодня.
Обедать я больно не хочу, я хочу попить чай. Так, где моя кружка? Это моя кружка. Чай Акбар. Надо заварить свой, который я делала. Так. Ой, лавашики получаются у меня вообще вкуснятина. Так. Сейчас чай согреется. Чай попьем. Так, пока чай греется, у меня согрелась сыворотка. Я ложу вот такую вот ложечку соли. Ну, она чайная ложка без, наверное, без горки. Так. Положу 2 столовые ложки. Даже 3 положу. Сахарного песка. Размешаем. Так. Пачечка дрожжей 10 грамм. Сухие дрожжи хорошие, проверенные. Так. Теперь наливаем масло. Ну, я на глаз налью миллилитров, ну, не знаю, 50. Может, побольше. Достаточно. Так. Все размешали. Как я знаю, сухие дрожжи не надо ждать, чтобы они там поднялись. Вот я тесто замешу и буду чай пить. И муку. Все я делаю на глаз, никаких рецептов я не использую. Вот. Так, я вам покажу, какое у меня тесто получится. Налила чай. А то там чая-то не было. Поставила новый кипятить. У меня сегодня у старшей сестры день рождения, 65 лет. Вот. Приглашала в Лысвиане, куда я езжу. Ну, мы не поедем. Все, вот такое вот у меня тесто. Вот. Вот такое тесто. Больше муки не надо. Хватит. Все, вымешала ложечкой. Ничего я не вымешиваю руками. И не делаю крутое. Все, посмотрела, всю муку собрала. Все. Закрываю полотенчиком. Ставлю на газовую плиту. Маленький газ включаю, чтобы оно быстрее подошло. Вот. И все. Собаке дала покушать, Найде. Найдочки. Вот так, ребята. И вот я уже заметила, она ведь без Саши не ест. Так. Сейчас попробуем карбонат. Режем карбонат, попробуем. Ой, не у меня хлебушек. Сделаем бутербродик. Вчера купила резанный хлебушек. А, как тоненько режут. Так. Где наш
карбонатик. Я брала уже вкусное мясо. И вот так подумала, я ведь могу и сама сделать. Но на это столько уходит времени. А в принципе, ну, конечно, домашнее может оно и вкуснее. Вот. Если, например, было бы у меня свое мясо, да, тогда бы выгодно было. У меня мясо тоже покупное. И выгоды особой я не вижу. Можно и помидорочку сюда сейчас сделаем. Вот такая вот у меня вкуснятина. Надо сделать сыр творожный. Мясо вкусно. Мясо вкусное. Вчера шпигачки взяла, он у меня даже не притронулся. А мяско будет есть. Ой, как потемнело. Ой, все затянуло, посмотрите. А дождь все идет и идет. Ну вот, такое у меня хорошее тесто получилось. Так. Сейчас я... Так. Духовочку я включила. 200 градусов. Так. И вот так вот сейчас я сделаю лепешечку и натру сверху сыром. Сейчас и натрем сыра на крупной терке. Так, сейчас. Много не надо. Так. Вот и все. Муж позвонил с больницы. Едет домой уже. Билет купил. Вот такой вот у нас будет лавашек. Все, ставлю в духовку на минут 20. Ну вот. Это у меня такой лавашек с сыром. Посмотрите, какая вкуснятина. Вот так ломаем и едим. Мам, успокойся ради Бога. Нет, не надо приезжать. Нет, ничего не забыл. А это сделала? Только достала еще. Сейчас молока налью. Это у меня с картошкой внутри. Я. Наложила на лепешечку картошечки.
залепила и скалочкой прошлась. За ваше здоровье. Горячий еще. Вот такая вкуснятина. У меня тесто еще осталось. Я убрала в морозилку. Если съедим, достану и снова испеку такой лавашик. Можно и шанги с творогом. Если, например, я оставлю тесто рыбный пирог, конечно же, я сахару поменьше вложу. Попробуйте, не пожалеете. Вот, честно говоря, я одна могу это съесть с молоком. Вот так. Ну все. Пьем молоко. Так, давайте разрежем. Вот так. Маленечко остыло. Я как говорю, лепешечку сделала. Сестра звонила. Вот. И потом это собрала. Вот так вот собрала и скалочкой. Нашла рукав. Поскидаю все в духовку. Ой, очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас пойду с собакой гулять.